С марта текущего года вода в микрорайоны и в центр Каспийска стала подаваться бесперебойно. По словам исполнительного директора филиала единого оператора «Каспийский горводоканал» Магомедзагира Исаева, в первую очередь учреждения совместно с муниципалитетом завершили работу на очистных сооружениях, тем самым увеличили объем подаваемой воды и улучшили ее качество. Наша съемочная группа решила узнать мнение горожан, заметили ли они положительные изменения. Вода отсутствовала там полдня, день. Но на сегодняшний день вроде проблем нет сейчас. Я на Аминтхална Султана живу, там всегда вода нормально. А вот сын живет на Кирпичном, там часто отключает воду. А сейчас как обстоят дела? Сейчас вроде нормально. Вот я у района хлебозавода живу, всегда вода есть. Жалоб нет никаких насчет воды. Ну, постоянно у нас. Нет, вот полей на 36 мы живем, нормально вода идет. А до этого были проблемы? Ну, бывали так, это самое. Ну, где-то полдня бывали, отключали воду, потом давали. Все нами опрошенные респонденты отметили изменения в бесперебойной подаче воды. Особенно проблема с почасовой подачей возникала у горожан, которые живут на последних этажах многоквартирных домов. Как ранее сообщал нам исполнительный директор филиала единого оператора «Каспийский горводоканал» Магомедзагир Исаев, перебойность была связана с изношенностью проводных сетей и насосного оборудования. Совместные усилия данного учреждения и администрации Каспийска дали положительный результат. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, Гаджи Гаджиев. Новости, телеканал «Среда».